Возможно ли передать на аутсорсинг информационно сложный проект, в котором контакт-центр будет являться не только лицом компании, но и нести ответственность за достоверность информации и в какой-то мере за здоровье людей? 2 года назад наш контакт-центр получил заказ от Международной медицинской лаборатории. Мы работали преимущественно в сфере активных продаж, но решили, что готовы расширить свою сферу деятельности, ведь партнерство с известной компанией повышало нашу конкурентоспособность. Чтобы завоевать доверие и гарантировать уровень услуг, соответствующий статусу заказчика, мы решили стать надежным партнером и дать возможность лаборатории не фокусироваться на задачах контакт-центра, а налаживать работу по освоению рынка. Благодаря оптимизации внутренних ресурсов мы смогли выделить необходимое количество операторов и предоставить услугу в широком временном диапазоне – 12 часов 7 дней в неделю. На тот момент мы имели несложную структуру организации, простые бизнес-процессы, отсутствие значимого опыта. Но у нас были амбиции, смелость и готовность покорять новые вершины, а это, согласитесь, немаловажный фактор. У заказчика была развитая сеть медофисов и сложная организационная структура. Только сейчас мы понимаем, как же просто это было по сравнению с настоящим моментом. Сложности были на каждом этапе ввода проекта. В первую очередь, обучение. Объем и специфичность информации, казалось, были непосильными для быстрого освоения. Но заказчик не требовал сразу заоблачных высот. Мы нашли пути минимизации ошибок, продумали алгоритм выбора исследований. Видели бы вы наши первые прайсы, в них не было живого места от пометок на полях. А во-вторых, необъективная оценка объема звонков. Заказчик предполагал рост объема при переходе на аутсорсинг процентов на 10-15. В реальности уже на первой неделе прирост составил от 50 до 95%. При этом мы могли удержать сервис-левел на заявленном уровне. В-третьих, неравномерность распределения звонков, отсутствие статистики. Сразу мы старались поддерживать избыток операторов, чтобы внезапный рост объема звонков не застал нас врасплох. Постепенно статистика накапливалась, мы могли прогнозировать, составлять более рациональные графики работы. Добавим также психологические барьеры. Присутствовал страх ошибиться, волнение при нестандартных запросах и негативных звонках. Взаимопомощь и доброжелательный климат в коллективе помогли преодолеть нам страхи и волнения. Также отмечу постоянно обновляемый поток информации. В процессе работы все чаще поступали новые нестандартные запросы. Требовалось наладить обратную связь с лабораторией, получать и согласовывать информацию своевременно. Каждый раз, когда мы преодолевали очередной барьер, мы искренне радовались, но понимали, что это только начало пути. И впереди еще много работы для выхода на высокий уровень.